Всем привет! Хотели ли вы увидеть восточный Лордеро? Так пожалуйста. Нравится? Да. Ой, восточный, северный. Вот это и есть северный Лордеро. Долго объяснять, как я сюда попал. И в принципе не собираюсь. Это мой маленький секретик. Да, еще интересные места. Сейчас мы едем, не знаю куда, не знаю зачем. Могу еще немножко проехаться, чтобы вам показать все. Какой здоровский. Прям видно, что территория Альянса, да? Северный Лордеро. Класс. Интересно, а куда мы отсюда можем вообще попасть? Это же странные текстуры. Хотя странно, зачем тут вообще ставить эти текстуры? Сразу же на нас падает усталость. Потому что тут сраная Марианская впадина, да, и четкий угол. Здорово. Сразу говорю, попала сюда легальным способом. То есть через какие-то близзардские штучки. Ни в коем случае ни читами, ничем таким. Как Blizzard до этого не догадались, я не понимаю. Вроде бы все делают, чтобы игроки не проникали. Ничего страшного. Задание выполнилось. Да, я думаю, это будет одна из самых нудных поездок. Ибо... Я не знаю даже. Ибо ничего нет. Просто ничего нет. О! Стык. Граница. Так, интересно. А это дорога куда? А, тут вообще, вот, все. Поплыло, поехал. Ничего, да? Хорошо, куда мы едем? Проверим, мы если что вернемся назад. Подземелье, блядь, не найдем. Ну, удивительно. Мне уж самому скучно. На карте мы, не знаю, каких-то... Ага, кажется, приплыли, приехали. Все, далее у нас ни хрена. Боже, ну мне возвращаться что ли? Мы можем утопиться тут. Забавно, что здесь это море. Зачем? Не ясно. Ничего не понятно. Если убиться тут, я боюсь представить, не могу. Воскресимся. То ли в западных, то ли в восточных, то ли вообще... в этих призрачных. Класс. Немножко объясню, да? Суть в том, что мы находимся в призрачных, по идее. Это я вот перебрался. Да, вот эта бесконечная дорога закончена. Так, а мы вообще, если так посудить, я... То есть... для призрачных земель выделили вот этот кусок, получается. Интересная разработка штука, конечно. Такие вот остаются вещи. Добавлю. Так, ну тут-то море уже не будет. Упал и сдох. Усталость у нас была, и она... прекратилось резко. Не знаю, с чем это связано. Вроде я еду подо мной земля. Едем дальше. Посмотрим, что да как. Если что, камнем карнизамчик. Не имеет смысла. Только FPS садятся.
наверное, одно из самых скучных видео, не считая то про Анкираж, которое я смотрел. Как попасть сзади Анкираж, когда полетов не было еще, да? В Азероте. Там было забавно такое видео, как попасть за Анкираж и так далее. Как же он нудно объяснял с этими эликсирами в Гугель-Могеле, как он выражался. Не, это было сверхнудная хрень, серьезно. Так, ну я что-то предполагаю, ни хрена и не будет больше. Потому что нечего. То есть что должно было быть тут? Лизард тут по-любому ничего не оставит. Единственное, что можно, наверное, заметить, это какие-то надписи разработчиков на текстурках. Что было бы забавно. А где я вообще нахожусь, если так? О, прикольно. Неизвестно. Буду написать кому-нибудь. Она не на месте или нет. Еще не беспокоит. Ну там какие-то интересные текстурки. Вот эти. Что-то интересное. Деревья какие-то или еще что-то. Сейчас проверим. Можно тут хоть бесконечно находиться, конечно, это все здорово. Делать тут-то на самом деле ничего. Было бы у меня еще пару штучек, я бы туда бы полетел, проверил что-то. Здесь меня бы не убило нахрен этой усталости. По-любому гейм-монстров можно где-то вот тут отрыть. Где-то, я не говорю тут, не пробуйте даже. По-моему, вот так вот пересекаешь. Вот так бежишь, вот так, и тут где-то старый Outland, как мне помнится. Ну, а старый Northrend, в кавычках, не попасть никак такой. Нужен старый Naxxramas. Что я и пытался сейчас сделать, да, старый Naxxramas попасть, но, поверьте мне, вот тут просто ни хрена нет. Вот, где я сейчас. Ну и правильно, чего рассчитывать. Тут забавно. Знаете, это как в редакторе карт. Там такие квадраты оставались от текстур, которых ты ложишь на землю. Вот то же самое выглядит. Или, знаете, хайграунд, когда там делаешь. В принципе, вряд ли я уже что-то покажу отдельно. Как мы убедились, да, то что не существует такой локации, как Северный Лордеро. Ну тут что-то интересное начинает вырисовываться. Это мы на стыке, да, подъезжаем к этим. Поэтому тут что-то есть. Так, ни хрена не было. Так, да, что говорю. Не существует Северного Лордерона. По крайней мере, с призрачных земель отсюда просто нельзя попасть технически. Там закрытая зона. Нету никаких дырок. Я, блин, часа три копался. В дырках и ни хрена нет. Звучит пошло, но я не об этом, вы же понимаете. Да, офигенно. Стеночки. Вот тоже треугольника. Имеет смысл. Красота. Интересно. Где? Земли троллей напоминают. Прям очень. Но это и земли троллей, по сути, изначально. Но именно тут. Когда ты там, как бы так не скажешь, а вот тут уже, да. Это же прям зломанчик рядом, чуешь жопой.
Вряд ли я куда-то проберусь тут. Получилось. И вряд ли получится. Стык текстуры добавил. Точно не проедем. Если там не поехали, то это все. Я застрял в этой зоне навсегда, пока не использую чертов камень. Я не хочу искать. Я хочу полазить тут. Вполне себе интересно все. Я не часто такие вылазки делаю. Черт. Забавно, но этот прототип чопера, да, не ломается вообще. Ты падаешь. Я вижу. Так клево. Может проехаться дальше. Нет, да там охрен разберется вообще. Так. Не хватает никакого кушковала. Ладно, интересного тут все равно ничего не будет, если будет продолжим запись. Дальше. Я таки не смог там пробраться, да? Сейчас посмотрим. Проберемся мы либо дальше, куда-либо. Пауза. В итоге я уже нарезаю круги, и смысла там нет, да? Так что все, до свидания.